Сегодня глава города Сергей Еремин гуляет по улицам Красноярска в компании известного блогера-урбаниста Ильи Варламова. Он специально прилетел в Красноярск для съемок своего нового проекта «Прогулка с мэром». По условиям проекта блогер и мэр осматривают город по заранее неопределенному маршруту и дают оценку благоустройству. Напомню, что Варламов не раз приезжал в Красноярск. В первый приезд он раскритиковал набережную, за что получил гневную отповедь от тогдашнего мэра Акбулатова. В этом году Варламов также раскритиковал микрорайон «Белые росы» за многоэтажную застройку и запаркованные машинами дворы, но при этом хорошо оценил историческую застройку в центре. Сегодня прогулка началась с проспекта Мира, который ремонтируют уже второй год. Чем закончится эта встреча, расскажем в вечерних выпусках новостей.